США против Huawei. Торговая война с Китаем превратится в войну технологий. Статья за 14 августа 2019 года. Сегодня весь мир напряженно наблюдает за торговой войной США и Китая. Но противостояние с помощью пошлин рано или поздно закончится. А вот с технологическим соперничеством двух великих держав современности все складывается не так просто. Торговая война США и Китая. Суть и перспективы. Обострение экономических отношений между США и КНР, получившее название торговой войны, стало возможным благодаря жесткой позиции президента Дональда Трампа. Для него экономическое противостояние с Китаем приобрело принципиальное значение. Еще до избрания на пост главы государства Трамп неоднократно критиковал сложившиеся отношения с Китаем. Выступая в роли защитника американского производителя, Трамп демонстрировал обеспокоенность нарастающим экспортом китайских товаров в США. По мнению кандидатов в президенты, а затем и президента, такой расклад угрожал национальному производителю, способствовал дальнейшему кризису американской промышленности, росту безработицы, подрыву позиций США на международных рынках. В 2018 году Трамп перешел от слов к делам и ввел торговые пошлины на целый ряд товаров, поставляемых из Китая. Уже к началу июля 2018 года торговые пошлины были наложены на товары общей стоимостью более чем в 60 миллиардов долларов. Вэй Дзянго, бывший министр торговли КНР, тогда охарактеризовал происходящее как начало торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, причем, по мнению эксперта, инициатором торговой войны выступили именно Штаты. Но в Вашингтоне недооценили последствия жестких мер в отношении китайских товаров для самой американской экономики. Сейчас США рискуют стать проигравшей стороной в торговой войне, но сворачивать с выбранного пути уже поздно. Так, аналитики крупнейшего инвестиционного банка пришли к выводу, что торговая война бьет сильнее по американской экономике. В результате торговой войны нарушились складывавшиеся десятилетиям цепочки поставок товаров, что нанесло сильнейший удар по самим американским компаниям, которые могут продолжить сокращение инвестиций в развитие своего бизнеса на территории самих Соединенных Штатов. То есть Трамп получил как раз то, с чем призывал бороться – спад развития производства в США и рост числа безработных. Перспективы окончания торговой войны многие экономисты связывают со сменой президента в США. То есть придется ждать до президентских выборов в 2020 году. И если Трамп покинет пост хозяина Белого дома, то его преемник, возможно, и приступит к сворачиванию торговой войны, отменяя решение своего предшественника. Противостояние в сфере технологий. В то же время прекращение торговой войны не означает, что сойдет на нет и технологическое противостояние США и Китая. Сейчас Китай превратился в важнейшего конкурента Америки не только в экономическом, но и в научно-техническом плане. Поэтому механизмы торговой войны, сформированные Трампом, могут быть использованы для дальнейшего поддерживания состояния, которое характеризует как новую холодную войну, только в сфере технологий. Экономист Чи Ло считает, что разногласия между США и Китаем в технологическом секторе только будут усиливаться. Наглядное свидетельство усиления этих разногласий – конфликт вокруг деятельности китайской компании Huawei. Власти США мотивируют свои действия против компании соображениями национальной безопасности американского государства. Технология – одна из важнейших сфер мировой экономики, конкуренция в которой будет со временем лишь нарастать. И компания Huawei, занимающаяся разработками в сфере бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования, активно работает в сфере 5G, особенно в развивающихся странах. Повышение скорости интернета и качество видеоконтента становится одной из тех точек, в которых противостояние американских и китайских компаний обещает быть наиболее жестким. Те препятствия, которые США сегодня пытаются создать для деятельности Huawei, свидетельствуют о том, что чисто экономическими рычагами Вашингтон бороться с перспективной китайской компанией уже не может. Ее продукция по качеству мало чем уступает американской, но зато имеет гораздо более дешевую стоимость, что позволяет наращивать присутствие на рынках в Африке, Азии, Латинской Америке и Восточной Европе. В Европе Вашингтону ничего не остается, как использовать примитивные административные рычаги вроде задержания в Канаде Мэнь Ванчжоу, финансового директора компании Huawei и дочери ее основателя.
Понятно, что арест 47-летней топ-менеджера китайской компании был инспирирован властями США, а Канада лишь выполняла волю своего старшего союзника. Еще летом 2018 года США ввели запрет на покупку телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei, объясняя это тем, что данное оборудование может использоваться спецслужбами КНР. Поскольку Канада вместе с США, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией входит в так называемый Альянс 5S, канадские спецслужбы также обеспокоились по поводу использования оборудования китайской компании. США ввели жесткие санкции против компании Huawei. Разумеется, заимствование технологий и промышленный шпионаж, в котором американцы обвиняют китайскую компанию, лишь предлог. А в действительности в США озабочены двумя основными направлениями работы китайской компании. Во-первых, Huawei заметно потеснила своих американских конкурентов на рынке гаджетов. Китайские смартфоны завоевывают все больше симпатии потребителя в самых разных странах мира, что объясняется соотношением цены и качества. Во-вторых, Вашингтон очень настораживает внедрением 5G Huawei. Впервые Китай собирается внедрить на международном уровне собственную технологию, а не переработанные американские проекты. И естественно, что Китай становится и главным получателем прибыли от внедрения стандарта 5G, который неизбежно оттеснит на второй план 4G. Но в Вашингтоне не могут прямо признать, что Китай разработал более передовую технологию, и теперь американское государство, запрещая ее, выступает в качестве тормоза технологического прогресса. Поэтому американские власти оправдывают свои нападки на Huawei и ZTE тем, что китайское оборудование якобы позволяет спецслужбам Поднебесной отслеживать и получать важную информацию. А американское оборудование не позволяет это делать? Представитель Государственного департамента США при Евросоюзе Гордон Сондленд предостерег от приобретения китайских технологий и страны Европы, подчеркнув, что европейским союзникам Соединенных Штатов нужно очень серьезно подумать, прежде чем приобретать оборудование, произведенное китайскими компаниями Huawei и ZTE, ахиллесовая пята китайских компаний. Несмотря на грандиозный успех китайской высокотехнологичной промышленности, она все еще зависима от зарубежных, в том числе и американских технологий. И эта зависимость представляет собой главную ахиллесовую пяту китайского бизнеса. Поэтому США в состоянии нанести мощный удар по китайским компаниям, прежде всего по той же Huawei, которой у американского руководства особенно недоброжелательное отношение. После того, как Huawei была включена в так называемый «черный список», составленный властями США, американским компаниям требуется получение специального разрешения на дальнейшее сотрудничество с китайской компанией. Гигант американских высоких технологий Google до последнего времени, бывший одним из ключевых партнеров Huawei, решила это разрешение не получать. И китайцы оказались перед очень печальной перспективой. Дело в том, что если Google перестанет сотрудничать с Huawei, то китайские смартфоны не смогут использовать операционную систему Android. Но ведь именно на ней китайские гаджеты работают за пределами КНР. И владельцы смартфонов Huawei не смогут пользоваться приложениями Chrome, YouTube, магазином приложений Play Market. Для очень многих потребителей это станет столь серьезным ударом, что они предпочтут отказаться от китайских смартфонов и перейти на технику иных марок. Подобная перспектива не на шутку обеспокоила китайские власти, и на саммите Большой Двадцатки Си Цзиньпин поспешил договориться с Трампом о некотором послаблении в торговой войне, в том числе и о снятии запрета на сотрудничество американских компаний с Huawei. Но затем ситуация вновь обострилась. Начался новый виток торговой войны. С 13 августа 2019 года в США вступил в силу запрет государственным учреждениям использовать любое оборудование, произведенное китайскими компаниями ZTE и Huawei. Впрочем, в современном мире все настолько взаимосвязано, что запреты ударят не только по Huawei. Последствия торговой войны, развязанной администрацией Дональда Трампа, смогут всецело ощутить на себе и сами американские обыватели. Например, сейчас в сельской местности США практически все жители используют китайское оборудование для цифрового подключения, и после введения запрета комфорт самих американцев, проживающих за городом, окажется под угрозой. Удар по американской экономике также весьма масштабен. Ежегодно Huawei приобретала услуги и оборудование у своих американских партнеров на сумму более чем в 11 миллиардов долларов.
С китайской компанией сотрудничал и крупный американский бизнес, и мелкие фермы, и фермочки. Для многих из них партнерство с китайцами являлось основой собственного финансового благополучия. Теперь оно оказалось под угрозой. Старший вице-президент по коммуникациям Huawei Technologies USA Джой Тан сообщил, что прекращение сотрудничества между американскими компаниями и Huawei повышает риск увеличения безработицы. Примерно 50 тысяч человек, наемных работников, менеджеров, предпринимателей, могут лишиться рабочих мест в результате введения новых запретов. Но реально пострадают не только они, но и члены их семей. Снизится спрос, поскольку безработным придется искать новые виды занятости, а пока они будут сокращать свое потребление. В конечном итоге Huawei выпутается из конфликта с США, причем скорее приобретет, чем проиграет. Ведь уже сейчас основной рынок компании – это Азия и Европа, а не Соединенные Штаты. Покупатели у китайцев будут. Об этом свидетельствуют хотя бы цифры поставки смартфонов Huawei за первое полугодие 2016 года выросли до 118 миллионов единиц. Не это ли показатель успеха китайской компании? На фоне нарастающего противостояния основатель Huawei Жэньфэй обратился к сотрудникам своей компании с призывом к созданию железной армии, которая поможет справиться с санкциями США. Мировые СМИ тут же поспешили вспомнить, что в молодости Жэньфэй делал военную карьеру в инженерно-строительных войсках Народно-освободительной армии Китая, где дослужился до должности аналогичной заместителю командира полка. И там якобы Жень пристроился к воинственной риторике. В любом случае, Жень показал, что компания готова к временным поражениям, к которым он отнес 30-миллиардный ущерб, нанесенный американскими санкциями. И сейчас Huawei будет реорганизовываться, в том числе за счет сокращения американских филиалов, что отразится на рабочих местах, опять же для самих американцев. У США нет передовых технологий 5G. Из-за этого они могут сильно отстать в отрасли искусственного интеллекта, уверен 74-летний основатель китайской компании. И, судя по всему, он не столь уж и преувеличивает возможности своего детища, особенно если обратить внимание на тот переполох, который вызывает в США экспансия технологий 5G. Илья Полонский специально для военного обозрения. США против Huawei. Торговая война с Китаем превратится в войну технологий.